Давай, давай, Вахтан, быстрее. Конечно, это... Все, 6 Б, вот какие стоят гусары, архаровцы, говорят, микрофоны нам не нужны, нам и так громкие. Ну что ж, тишина в зале, и мы слушаем поздравления от 6 класса Б. День осенний, когда у порога задышали уже холода, школа празднует День педагога, праздник мудрости, знаний, труда. Спасибо вам, учитель математики. Науку вы запомнили навек. И хоть вы в математике прагматик, но в жизни вы душевный человек. Хочешь быть здоровым, сильным, молодым, красивым, стильным, с атлетической фигурой? Занимайся физкультурой. Мы историю учили, древнюю и наших дней. А теперь ее продолжить время нам рукой своей. Биология, наука, одна из самых важных, так как требует она опытом отважных. Как скрестить, кого и с кем, знаем мы теперь и сами. А учились мы долго вместе с вами. Нынче нам известны все страны, континенты. Выезжай и изучай местные моменты. Ничего не волнуйся, давай. Терпение к ошибкам. Праздник нам так хотелось бы сказать. Спасибо вам, учителя. И четко понимаем мы, что все в классе близко влюблены. И каждый понимает, что разговаривать на английском тоже так приятно. Примите наши поздравления. В день праздничный позвольте повторить. Спасибо вам за то, что... Спасибо вам за то, что мы по-русски умеем правильно, красиво говорить. Спасибо большое 6 Б. Спасибо, молодцы, очень приятные слова прозвучали. А я приглашаю на сцену 8-й.